Но одна женщина-предприниматель, вот, она сказала: вы знаете что, ну, ваша методика очень интересна, она на себе пробовала все. Это же, понимаете, требует перестройки сознания людей, а этого трудно добиться. А что, если вот сделать так, чтобы человек какую-то конфетку в рот взял, и у него вдруг все хорошо? Я сказал: вы знаете, ну, я категорически противник вот каких-то искусственных методов, поскольку истинное оздоровление может произойти только через план сознания. Но эта мысль у меня в голове засела. Ну и дальше, в конечном итоге, к чему это привело? Оказалось, что эта книга, она обладает удивительным свойством, которое я в нее совершенно не закладывал, когда я ее писал и когда я ее создавал. Понимаете? И когда я создавал вот эту картинку и все остальное, я это не закладывал, это было просто случайно обнаружено. Вот. Так вот, оказывается, что если эту книгу положить человеку на голову вот таким образом, чтобы эта картинка была вверх, то экспозиция этой книги в течение 10 секунд обеспечивает открытие всех центров энергетических, восстановление симметричности поля и устранение локальных деформаций. И можно что? Ребенку это на голову положить. Что происходит дальше? У ребенка все это восстанавливается, но самое интересное, что и у того родителя, чьей копией он является, происходит с ним то же самое. В чем недостаток этой работы? Недостаток в том, что трудно закрепить это состояние, но потому что не обращались к сознанию человека, кто является автором вот этих всех, всего этого негатива, там папа или мама. Вот. Ну, а что все-таки делать? Если на эту книгу положить вот сюда, вот на эту обложку, детскую игрушку, опять же на срок 10 секунд. Если это школьник, можно ручку положить его, которую он пользуется, вот сюда на 10 секунд. И когда ребенок с этой игрушкой играет, у него идет восстановление его внешней полевой структуры. У нас был такой даже интересный случай. У нас на занятия, вот когда я эту тему рассказывал, пришел отец, пришла его дочка, так лет, наверное, 12, да, и пришел мальчик лет 5 или 6, ну, это второй ребенок этого отца. Вот. То есть понятно, что девочка копия отца, мальчик второй это тоже копия отца, а его жена, которая родила ему и детей, они все не от нее. Вот. И когда я им эту тему рассказывал, я взял эту детскую игрушку, которая была у ребенка. А я могу ее зарядить не только с помощью книги, я просто ее могу в руки взять и таким вот образом передать этот план сознания. Ну, неважно. Зарядили им эту игрушку, дали этому мальчику. У мальчика все восстановилось, мы у него спрашиваем: а что ты чувствуешь? Вот мне как-то, говорит, тепло стало, как-то вот перестало болеть в каком-то месте. Девочка постарше, та более подробно рассказала о тех изменениях, которые она почувствовала. Но самое интересное было в другом. Когда я проверил отца, и у отца все это изменилось. Вот как интересно, понимаете? Ну, не знаю, все ли об этом знают, но если весной на определенном, ну, так скажем, на кусте виноградника тронулись почки, и началось сокодвижение, то в бочках и бутылках, которые находятся на винзаводе, находится вино, которое было изготовлено из ягод вот с этой плантации, тоже начинается брожение. Понимаете? Вино – это такое живое существо. Вот такая связь, понимаете? Растение, куст, да, и вот вино с урожая прошлого года там или позапрошлого находится там оно, в технологическом процессе приготовления этого вина, да, и в нем
происходит брожение, движение. И вот здесь такая же связь существует и между людьми. Отец, там, дочка, сын, да, вот все это работает, все это таким образом связано. И на этом можно действовать, что подобным образом. Далее, на эту, ну, когда это применяется? Конечно, идеально будет правильно, если вытаскивать папу, даже если они в разводе, там, или маму, и с ней работать, и ребенка приводить в надлежащий вид, это даст хорошие результаты на будущее. Вот. Но семья неполная, папа неизвестно где, да, а ребенок в папу, что делать? Вот тогда в этих случаях это применяется. Далее, вы можете на эту книгу, на эту первую страницу, вот, я подчеркиваю, вот так ее нужно положить и сверху вот на эту картинку поставить сосуд водой. Если этой водой, или дать глоток один, эту воду потом можно вылить там в ведро воды там. И все равно это передается, эта информация на больший объем воды. Вот. И этой водой не просто дать человеку этой водички попить, а просто брызнуть на него, у него все это дело происходит. Понимаете? Идет восстановление. Мы даже такие эксперименты проводили. Мы из Крыма в Сиэтл и в Ванкувер, там моим знакомым, так получилось, что я давно хотел такой эксперимент поставить. А получилось так, что у меня завелся знакомый, который живет в Канаде, и на расстоянии 11,5 тысяч километров мы провели работу какую. Ну, он поставил бутылку с водой на стол, а я эту воду зарядил через 11 тысяч, ну, на противоположной стороне земного шара, по сути дела. Потом дали этой воды хлебнуть там одному профессору математики, который страдал слухом, у него слух прорезался, понимаете? Потому что у него восстановилась структура, а причина падения зрения носила как раз вот этот энергоинформационный характер. Вот. Далее мы этой водой заряженной поливали цветы. И достаточно было этот цветок понюхать, даже не понюхать, а нюхнуть, как у человека восстанавливается вся эта структура. Вы понимаете, какой огромный арсенал воздействий? Но это в голове у людей, как правило, что? Не откладывается. В это поверить невозможно. Ну, для всех, которые такие же неверующие, как тот Фома, я готов этот эксперимент, что называется, провести в любой момент, и вы сами можете это проделать. Единственное, что выяснилось, вот буквально позавчера, ну, я даже не мог и предположить, что кто-то возьмет эту книгу и приложит ее противоположной стороной. Понимаете? В этом в голове у меня не укладывалось. Но если я сказал, что надо так, значит, надо делать так. Ну, дама умудрилась, я не знаю, там, что произошло. И она себя плохо почувствовала, начала эту книжку прикладывать себе ко всем частям тела. И вот этой картинкой к телу. И она себя вообще обесточила и угробила конкретно. Потому что любая подобная система, она работает таким образом, что вот если здесь, вот, когда я над этой страницей держу маятник, то энергия движется по часовой стрелке, и она мало того, по часовой стрелке движется, она еще и содержит информацию об этом эталонном плане сознания. То если мы эту книгу перевернем, то с обратной стороны, да, маятник будет вращаться против часовой стрелки. Вот, я никогда раньше об этом не говорил, но коль скоро это выявилось, если среди вас вот такие люди невнимательные, ну, попадутся, то имейте в виду, что конкретно, что вот эта сторона должна быть где? Наверху. А воду ставить куда? Вот сюда. А не накрывать эту воду этой книжкой наоборот. Ну, уже приходится, понимаете, и о таких подробностях говорить, коль так случилось. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения энергоинформационной медицины понятен механизм передачи наследственных признаков. Самое главное, что есть пути, как все это дело что исправить. У меня были случаи, вот буквально совершенно вот на этой неделе,
Один товарищ пожаловался на то, что его дочь страдает вот как раз расстройством центральной нервной системы. Вот как ей помочь? Но я ей сказал следующее. Насколько она вменяема, чтобы она могла нормально воспринять то, что я ей буду говорить? Он говорит, нет, она неадекватна, она, у вас это не получится. Говорит, тогда я вам единственное, что могу посоветовать. Значит, заряжайте воду, давайте ей пить. И ничего ей не объясняйте. Ну, прошло где-то 2 недели, он мне звонит и говорит. Говорю, какие позитивные изменения вы заметили? Он мне говорит, ну вы знаете, что она раньше страдала бессонницей и постоянно находилась вот в каком-то таком возбужденном состоянии. А сейчас она спит, как младенец. Вот. И достаточно много времени проводит во сне. Ну это же хорошо, как раз во сне наиболее, что и быстро происходят реабилитационные процессы. Что вы еще заметили? Но она как-то стала спокойнее. Хотя, ну, сказать, что она совершенно нормальный человек, я не могу, но заметные изменения я уже вижу. Ну, мы с ним договорились, что будем в дальнейшем наблюдать о том, что будет происходить и, значит, чего мы сумеем добиться в этом плане. Вот. Но я повторяю, что ждать полного исцеления на все 100%, ну, возможно, в этом случае не удастся добиться, но определенные позитивные моменты, они всегда будут присутствовать. Вот. У меня входила ко мне на занятия женщина, которая была отягчена тем, что у нее было матери за 80 далеко, да, и свекровь. Вы понимаете, что такое свекровь и невестка, что такое мать пожилая. Но эта женщина с ними просто замучилась. Она должна была за ними ухаживать, и стирать, и кормить их там, а сама еще работала. Ну, в общем, женщина бедная замучилась с этими старушками. Вот. Она мне пришла, Виктор Васильевич, ну что сделать? Ну, я же их не могу к вам на занятия привести. Они наверняка, ну, не поймут то, о чем вы говорите. Что делать? Я говорю, ну, в следующий раз вот приходи, приноси мне там бутыль с водой там или какую-то другую емкость. Но она пришла ко мне, принесла там пару бутылок пластиковых из-под воды. Ну, с водой она пришла. Вот. Я эту воду зарядил. Вот. Но через неделю она ко мне приходит уже не с этим. Не с этими пару бутылками. А 3 банки у нее 3-литровые с водой. Вот зарядите тоже. Так что оказалось? Бабушки никакую другую воду не пьет, они почувствовали, что эта вода дает им бодрость, да, дает им ощущение здоровья, и они теперь ее затретировали тем, что давай эту воду и никакую другую. Я говорю, ну хорошо, я говорю, уеду, а что ты будешь делать-то? Вот. Как мы будем работать? Ну, у тебя книжка есть и есть, ну вот заряжаю эту воду с помощью книги. Ну, мы ее заметно разгрузили, бабушки стали более здоровыми, более бодрыми, перестали вампирить, что называется, вот. И стали как-то, ну, лучше за собой ухаживать самостоятельно. Вот. Поэтому это никакие, что называется, не выдумки, это все реально, вы все это реально можете проверить. Реально можете проверить. Но я вам скажу так, что подобный способ нужно применять в каких-то крайних случаях. Вот приходит ко мне человек, он глухой, да? Он все поймет, что я ему буду рассказывать, он меня просто не услышит. Вот. Поэтому я его диагностирую. Потом ему эту книжку на голову, либо даю ему водички попить заряженной. У него слух восстановился, после этого я объясняю ему причину падения слуха. Вот. Рассказываю ему, какая программа к этому привела, рассказываю о том, чем он должен пользоваться, чтобы у него этого больше не повторилось. Ну, то есть он меня уже слышит. Или мне звонит товарищ, говорит, вот мой сотрудник попал в реанимацию. У него проблемы там со здоровьем, там сердце, все такое прочее. Я говорю, ну ты же понимаешь, говорю, меня в реанимацию никто не пустит. Поэтому найди способ. Передать ему эту воду заряженную, там, или книгу ему как-то передать, там, чтобы там. Вот. Он мне звонит, вот через 2 дня человека из реанимации перевели уже в общую палату. То есть вот в таких случаях этим можно пользоваться. Потом мы должны понимать, что существуют программы, как вы понимаете, врожденные
и приобретенные. Не всегда человек эти врожденные программы осознает, ну, потому что он не автор этой программы в своем плане сознания. А с какими-то программами он пользуется постоянно, для него как настольная книга, в течение жизни и своей работы, да, деятельности. Поэтому как определить, какая программа врожденная, какая приобретенная? Ну, пример такой, вот смотрите. У вас наверняка у каждого есть там книжная полка или книжный шкаф, и там есть книги, которые вы давным-давно не, ну, прочли и поставили. Ну, и стоит эта книга, и 10 лет, и 20, и даже больше, да? И вы эту книгу второй раз даже в руки не берете. Ну, я возьму эту книгу, да, чтобы вы не видели, и туда между каждой страницей там по 100-долларовой бумажке туда вставлю, да? А вы туда еще 10 лет не будете заглядывать. И вы никогда не узнаете, что вы уже очень богатый человек. Но если эта книга у вас настольная, то вы очень быстро обнаружите вот то, что у вас туда заложено между этими страницами. Так вот, если мы с помощью вот такого воздействия со стороны на человека поработали, убираются программы какие? Врожденные. А поскольку он их не сознает, они к нему и не возвращаются. А вот те программы, которые благоприобретены, вот, они что? Ну, действие это будет что? Кратковременным, потому что он опять вернется вот на эту программу. Но поэтому, естественно, чтобы он на нее не навернулся, ему нужно объяснить, как эта программа выглядит, вот, какими она приводит последствия от этой программы, или какой риск от того, что эта программа присутствует на будущее, да? Ну и тогда с ним работать в направлении исправления и приведения в порядок его индивидуального плана сознания. Вот, вот такой широчайший спектр и широчайшие возможности по применению данной методики, понимаете?